Саня, я тут подумала, что самое время. Самое время, говоришь? Самое, Саня, время ремонтом заняться. Ой, капа! Ну ладно, давай дрель. Но, на чужой каравай рот не разевай. Капа, а вот знаешь, что продолжение этой поговорки как звучит? На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай, да сам затевай. Так что давай дрель. Ладно, так и быть. Помогу тебе с ремонтом. Да, давай. На лесенку давай залезай. Стремянка, не лесенка. Ну, я вот и затеяла свой, между прочим, ремонт. Так, что, здесь? И только да, начнем с потолка, самого главного. Дрелить здесь? Дрели. Ой, брызнуло. Ты куда здесь дремишь? Чего? По-моему, ты коммуникацию задел. Удается, капа, не коммуникация. Саня, собака в страже, что ты делаешь? Я... Не надо дремить. Куда? Иди сюда скорее. Сейчас подумаем, посидим, как коммуникацию заткнуть. Да, уж повезло, так повезло, как утопленник. Ага, вот именно. О, кстати, что? А ты знаешь полную версию этой поговорки? Mm-mm. Повезло, как субботнему утопленнику. Чего субботнему? Баню топить не надо. Раньше на Руси бани топили только по субботам. А. Ну все, видишь, выгода какая. Посидим, подумаем. Да нам тоже сейчас не до бани, не до ванны. Ага. Надо идти вентиль закручивать. Пойдем попозже. Пойдем.